Кони во все, что тут говорили. Не было этого нифига. Че? Рассказать, как было? А еще че? Ладно. Воспитанница детского дома Наталья Банина выпрыгнула из окна третьего этажа. Вот никогда не думала, что прыжок с третьего этажа исполняет желание. Реально исполняет. Кто не верит, попробуйте. Только проговаривать его надо быстро, потому что лететь всего ничего. Мои творческие планы вырезать на 9 мая досочки с самолетиками и подарить всем учителям. Я даже не плакала. Стояла молча, смотрела на них и повторяла про себя. Мамочка, 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 забери меня отсюда, забери! Наташа, а какая у тебя мечта? Наташа, а какая у тебя мечта? Наташа, а какая у тебя мечта?